Хайсим Хейсом Эльмару Ромский. И сейчас будет трансляция по игрушке под названием Brawl Stars. Вы можете уже слышать на заднем фоне. Ну, те, короче, кто знает, кто играл в эту игру, все, блядь, поймут сразу. Да. Сейчас будем играть, ребят, сейчас. Блядь, у меня какая-то хуй... Я тут тестировал, блядь, чат. На видите. Сейчас, я поудаляю. Короче, блядь, лишнее сообщение у меня. Поэтому, как бы такое. Да, Трова, кстати, да, Трова. Можете переходить по ссылочке в описании. Да, все работает, все должно, да. Ладно, сейчас, все, переходим уже непосредственно к самому Brawl Stars'у. Жди, блядь, ой, блядь, сейчас. Ну, где у меня звук работает? А, жди, о, все. Посторонние шумы, как говорится, нам не нужны, поэтому... Смотра. Вот такой вот прикольчик. Да, через эмулятор. Сегодня через эмулятор, потому что... В принципе, можно через телефон, но... Нужен, блядь, специальная программа. Специальное, как говорится, оборудование дополнительное, которое у меня нет. Вообще, хочу сегодня, да, апнуть кубки. Ну, также поиграю немного в силовую лигу. Посмотрим. В столкновении всегда апаю кубки. Иногда в Brawl Ball'е. Да. Надеюсь, не будет лагать, потому что сейчас сразу на три платформы, вы можете представить, блядь. Прошлый стрим пытался тоже на три платформы, но чё-то не получилось, блядь. Не тот ключ вёл я на Трову. И стримил вчера, да, как обычно. А сегодня... Целых на три платформы. Я даже не знаю, как я буду сейчас чат читать. Где мне будет писать больше всего. С эмулятора я немного непривычно играть, поэтому могу тупить. Но, тем не менее, уже прокачанный чел, поэтому... Чё, блядь, какой-нибудь бан? Бан Бакыджан. Классный ник у пацана. Да, реально непривычно, блядь, играть, потому что, смотрите, тут у меня получается, не знаю, по умолчанию настроено как EF, блядь. Это автоматическое нацеливание. А так, в принципе, я могу мышкой вот так вот. Слегка неудобно, непривычно. Можно, конечно, что-то поменять. Кто знает более удобное управление, подскажите мне. То, честно говоря, я вообще не разбираюсь тут. По приколу, блядь, решу. Что-то мышка немного забагалась. Ладно. Все нормально. Ну, вот на автоматическое, конечно, намного удобнее. Вот как ульту? Как ульту автоматическое? Я не знаю. По-моему, два раза надо нажать. Блядь. Как они меня так отступили? Ладно. Чё, займу тупо один, не? Да, не получится. Блять, немножко не хватило, немножечко. Так, надеюсь. Сейчас, надеюсь, у меня все работает, блять. Что я пизжу? Так. Провод, Twitch, YouTube. Все хорошо, блядь. Сейчас. Тимофай, я стримлю голым, потому что мне жарко, блядь. Тут невозможно сидеть. У меня, понимаешь, у меня нету ни кондиционера, ни
Если открою окно, то будет посторонние шумы слышно. Ну и, короче, не очень будет классно. Ни вентилятора у меня тут нет, поэтому жарко, жара, лето. Да. Ну что, погнали далее. Кто хочет поиграть со мной, пишите. Пишите. Приму в друзья или... Сам кину вам запрос. Ну, короче, как вам удобно. Блин, все равно, даже автоприцеливание и то неудобно, блядь. Мне кажется, удобнее вот самому, блядь, тут нацеливаться. Ну, лично на компе. На телефоне, конечно, намного удобней. Через автокач, автоприцеливание. Что ты дизлайкаешь мне, блядь? Что ты дизлайкаешь? Ну, блядь. Сейчас я до тебя доберусь, блядь. Сейчас. Просто немного непривычно играть, поэтому... Хорош, блядь. Да, наверное... Не, я, наверное, херню сказал. Наверное, все-таки с автоприцеливанием тут тоже нормально. Просто не очень удобная кнопка и на F, и на E. Ну да. Если не ошибаюсь, если два раза нажать на E или на F, то сработает автоульта. Блять, на мышку отвлекаюсь. И тут... Да, видишь, два раза... Подорвись, нуха! Хорош, блядь! Не, можно привыкнуть, можно привыкнуть. Сейчас особо... В принципе, норм. Но можно, в принципе, наловчиться и намного лучше играть. Хотя и так вроде нормально. Ой, блядь! Подстава. Изич. Легко. Просто, блядь, даже не почувствовал. Блядь, может мне, конечно, сделать захват. Захват Блустакса, блядь. И... Блядь, как удалить вот эти лишние комментарии? Не знаю, кто меня смотрит на Твиче, блядь. У меня получается тут, блядь. Я не могу их удалить, ничего, я не могу. Блять. Ладно. Ничего страшного. Так. Что-то мне показывают, блять. А чё тут нихуя не показывают, не понял, блять. Получается, смотрите, да. У меня чат настроен. С рестрима? Чё такая большая задержка, блядь? У меня в этом, на Трово очень большая какая-то задержка. Не знаю, с чем это связано. Ой, ладно. Ну, благо идет стрим, это очень хорошо. Это очень хорошо все. Так, ну, зеленая, да. Не, все мне... Так, ладно, делаю сейчас захват. Захват окна, потому что, чтобы не отвлекаться потом на включенный экран и все такое, блядь. Сейчас. О, Блустак считается как игрой, да? А ну стой. Нет, не считается. Захват окна. Ладно. О! О! Все. У меня что-то, блядь, съехал немного экран.
Все, ребят, все, все, все. Да, это оно, отлично. Теперь вы будете видеть исключительно Brawl Stars. Так, ну что, погнали дальше, погнали дальше, блядь. Не будем медлить. Вот эти счетчики зрителей, что я поставил, они у меня стоят только на одной сцене, вот этой приветственной, там, где у меня вебка на весь экран. В принципе, я могу их поставить на обычный экран, чтобы следить. Но она немного места будет занимать. Поэтому не очень хочу. Ну, типа, зачем, блядь? Даже если там будет постоянно 0, 0, 1, блядь, 2, может быть. Кому нужны, блядь, эти нули показатели? А на приветственном экране я все равно там ничего не делаю, и все равно вебка на весь экран, там, конечно, можно все что угодно поставить. А тут экран засорять лишней хуйней не хочется. Наверное, надо будет сейчас свет включить, а то, блядь, у меня все равно довольно-таки светло. Я два окна открыл, ну, шторки. И, в принципе, сейчас еще светло. Но на камере, блядь, не видно. И я, если я сейчас поставлю даже яркость больше, то, ну, картинка сама будет такая нереалистичная, не херовая, короче. Засвеченная, блядь, ненужными просто. Искусственный будет свет. Я, блядь, у меня цвет кожи будет какой-то, ну, прям очень белый. Такой бело-серый. Серовато-белый, блядь. В общем, вы поняли, короче, неестественный. Крыса ли он, ёбаный? Есть, конечно, какая-то программа щип. Щип-чат, блядь, называется. Где-то в Ютубе посорел. Там уже можно вот... Типа как у рестрима тоже сделать. Что-то наподобие того, блядь. Сейчас. Что-то этот счетчик, видите, блядь. О, два зрителя. Здорово, с Твича. Здорово, два зрителя с Твича. А что мне один показывает? Не понял, блядь. Сейчас у меня какой-то баг, блядь. О, да, здорово, здорово. Здорово двум зрителям из Твича, здорово. Я тут апаю кубочки, да. Кто хочет поиграть со мной, добавляйтесь, друзья. Кидайте приглашение, блядь. Я проигрок, так что вы будете играть с, ну, как говорится, с проверенным человеком, с проверенными людьми. И не пожалеете, вы не сольете со мной кубки. Если, конечно, вы сами не очень хорошо играете. Да. Но, тем не менее, я буду добавлять абсолютно всех. И со всеми буду играть. Ой, блядь. Сейчас, забыл отключить телеграм, блядь. Надеюсь, там никакие сообщения не были, видно. Ладно. Думаю, что нет. Если вы хотите, чтобы поиграл какую-то другую игру, я сейчас играю на эмуляторе, и в любую другую игру могу с Play Market скачать. Ну, которая есть на андроиде, в Play Market, да.
то пишите. Или можете скинуть минимальный донат. Я как бы сразу отвечу, сразу приму то, что вы мне говорите, да. Блять, что-то, сука... Обычно играю по тактике, ну, типа, крысы, блять. Вплотную кого-то убивать, конечно, не хочется, блять. Вот долбоёб Динамайк. Мог уже давным-давно меня убить, блять. Обожаю эту фразу, бо. Чё вообще я за бо играю, блять? Мне до хера других героев. Ну, типа, бо, мне нравится. Фу, блять. Мышка промоталась. Сейчас. Попрокачаю, наверное, Лу. Вон, смотрите, у меня есть генерал Гавс, Бель, Еву. Сегодня у меня не прокачанные ни ранги, блядь. Сейчас. Да, блядь, ну как очистить этот чат, блядь? От ненужных сообщений. Вот как мне очистить чат, блядь, в Твиче? Кто знает, подскажите, блядь. Потому что я не пойму, блядь. Также, кто хочет получить модерку, то можно ее получить по ходу везде. И в этом, и на Трово, блядь. И на Твиче, и на Ютубе. Ну, на Твиче и на Ютубе я точно знаю, что можно получить. Ну, вот вы можете, короче, получить за абсолютно минимальный донат, блядь. 1 рубль. Или там 1 цент, блядь. Ну, смотря какой валюте. 1 копейку. Кидайте, и будет вам счастье. Что-то залагало, блядь. Тимся, блядь, Тимся. Да ёбаный Мортис, блядь! Не, ладно, Ева не мой герой, блядь. Ева, да, не мой герой, блядь. Не хочу брать. Генерал Габс, блядь. Прокачиваем его силу, блядь. Обожаю генерала Гавса, блядь. Go. Ну отъебитесь от меня, блядь. Ну сука, я ж к вам не лезу, нихуя. Чего вы ко мне все лезете, блядь? Уже какую игру подряд, блядь? Пытаюсь аккуратно играть, блядь, чисто набивать кубки. Аккуратненько играю, блядь, и все равно. Гэл, кольт, лох, блядь. Так, давайте получим усиление, усиляшку. Блять, косой. Дебил? Вы... Ах ты, сука! Блять! Не, конечно, возможно, это не то, о чем я подумал, блять. Короче, он пошел специально сливать хп, чтоб, типа, меня заманить, меня забайтить. Это пиздец. Хотя, возможно, я не прав.
Так, ладно, блядь, наверное, свет надо врубить. Я давай еще одну катку сыграю, рублю свет. То темно, нихера не видно, блядь. Музыкальная пауза. А, давайте я буду играть все-таки по моей тактике, чисто в кустах, блядь. Так, отбиваюсь в кустах, блядь, перехожу туда-сюда. Блять! Да ёбаный бобаный, блять. Чё там в чатике? Привет, нужен недорогой дизайнер, могу скинуть работу? Дизайнер для чего? Дизайнер для обложек? Здорово, хакер. Так, сейчас врублю свет, извиняюсь. Чё, блядь, я закрыл случайно Twitch. Возможно, там мне что-то, блядь, писали. Сейчас. Сейчас. Врублю свет. А то нихера не видно на камере сейчас. Так, ну что, я вернулся, да? Все, теперь все хорошо. Так, хакер, в Ютубе, если ты меня смотришь сейчас, так дизайнер чего? Ты напиши. То я не очень понял. Если ты имеешь в виду обложки или дизайнер типа стрима, там всякие оверлеи настроить. Обложки я, в принципе, сам делаю, так что. Такое вот, мне не очень нужно. А если какие-то оверлеи, то можешь, конечно, показать. Ну, типа оформление для стрима, вот это, конечно, да, интересно. Посмотрел бы. Обложки я могу чисто сам запилить, чисто раз, два. И не нужно никому обращаться, да. Хотя, я такого уровня делаю, знаете, фотошоп для начинающих, да. Примерно такого уровня делаю обложки для видео. Ну, можете сами оценить в Ютубе, на моем канале или на Твиче в прошлых записях трансляций. Чё, блядь, что-то немножко подлагивает, брал. Не знаю, за чего, блядь. Ну ладно.
чё, блядь, реально что-то подлагивает. Я ж вроде поставил максимальные настройки, блядь. И комп там у меня нормальный. Типа, поняли, не из-за интернета, а вот какие-то вот нестабильно 60 FPS, то есть. Странная херня. Да отъебись ты от меня, блядь, иди отсюда. Я ж тебе говорю, я, блядь, аккуратненько играю, блядь, не хочу даже никого. Могу, конечно, вот эту херню переставить сюда. Ой, блядь! Блядь! Отвлекся. Кто немножко мешает, закрывается. Это, кто не знает, это QR-кодик, который вас переведет на быстрый донат. Кому интересно. Сканируйте. Чё, видите, то нестабильно 60, сейчас вроде опять нормально. Не знаю, за чего это может быть такое, блядь. Такое, знаете, бывает, если с телефона играешь, там перегревается телефон, блядь, или что-то еще, или мало процентов. А я что-то играю, блядь, с компа. Значит, не должно ничего перегреваться. Ой, блядь, так надоело мне генерал Гавс. Бель. Хотя ладно, Лу. Он мне самым последним выпал. Я меньше всего за него играл. Особо не знаю, блять, его пассивки, гаджеты. Так-то много раз встречал в бою, но... Я почему-то на троут, блядь. Какая-то вот безумная просто задержка. Дэниел, Дэник, Дэн. Спасибо за то, что Joined Space, ну, посетил мой космос. Я так... Честно, если я что-то неправильно скажу, я в троут максимально ничего не знаю. Просто мне много раз мои зрители... Там на стримах чисто подписчики говорили, о друзьях слышал. Ну, короче, Трова популярная какая-то платформа, и все мне рекомендовали на ней попробовать постримить. Вот я и решил. До этого у меня не получалось, потому что я стримил через Restream, а там, ну, там, конечно, есть Pro-версия, можно на все платформы стримить, а так там на две. Но я, конечно же, не хочу тратить деньги на эту херню. И нашел специальную, ну, обходной способ стримить на больше платформ, чем две. Да. И поэтому я подключил Трово. Там какие-то очень много приколюх в Трово. Там какие-то, блядь. Ну, очень много там для зрителей всякие какие-то... Я даже не знаю, как это писать. Типа игрушечки, мини-игры, блядь, какие-то. Какие-то кристаллы, блядь. Надо разбираться, короче, чтобы понимать. Кто может вкратце объяснить, в чем в Троу прикол, в отличие от других платформ, то объясните мне, пожалуйста. Ну, там очень много всяких приколюх. Не могу точно назвать, какие именно, блядь. Особо в это не вникал.
Но платформа, она популярная, да. Поэтому, конечно же, я там зарегистрировался. И буду пробовать стримить. Папус 13, привет, привет. Так, ну мне кажется, мне не получится топ-1 взять сейчас. Ну хотя бы топ-2. Ну вот отлично. Блять, у него есть ульта. Эх, ладно, у него все равно много было этих усилений. За Гейну попробовать. Шо, я ж тебе передал, привет, папус. Ну пока, пока. Жалко, что ты уходишь. А, блядь, я забыл. Я... Я извиняюсь, чел, блин. Я ему не ответил, блядь. Я не знаю, почему такая большая задержка на троу? Кто может объяснить, блядь? Не, реально, чел, я извиняюсь, я не понимаю, почему такая. Да, спасибо, блин, спасибо. Реально топовый стрим. Я правда не знаю, почему такая задержка. Я вот... Сейчас. Сейчас. Я чуваку скину, потому что, блин, потому что отстает трансляция. Да. Ну, постараюсь в следующем стриме исправить. Не знаю, это, наверное, в настройках где-то делается. Кто знает, подскажите, пожалуйста. Как уменьшить задержку? Потому что в том же Ютубе у меня стоит задержка, но малая. То есть там примерно на 1.5 минуты где-то задержка, да? На Твиче вроде задержки вообще нет. А на Трово прям гигантская задержка какая-то, блядь. Где-то на минуты 5, наверное. Так что извиняюсь, блин. Ну, если кто-то будет еще писать в троу, буду отвечать в чате, потому что из-за задержки, да. Я надеюсь, я найду способ, как это решить реально.
Что мне самому это не нравится, типа, блядь. Отвечаю так, а придется отвлекаться. Тю, блядь. Баунд. Нижнее подчеркивание 44. Здорово, здорово, чел, здорово. Извиняюсь, если я вовремя кому-то не отвечаю. Так. Ой, блядь. Я отвлекся на чат, даже не заметил того, что я, блядь, сдох. Меня убили, блядь. О. Так, ну еще. Еще до хера на самом деле, блядь. С учетом того, что я туплю, блядь. И немного сложновато управление на компе, поэтому. Медленнее. Я бы уже, если бы играл на телефоне, я бы уже апнул. Ну да, сегодня прям, я вам скажу, многовато прям зрителей, я того не ожидал. Сколько игр я уже стримил, блять. Ну или, ну просто, короче, стримов проводил. Столько наплыва зрителей еще не было. Причем с разных платформ. Обычно у меня там на Твиче писали, да. На Ютубе почти вообще никто не смотрел. Но тем не менее, ребята. Растет. Этот, ну как, что, блядь, растет? Количество, блядь. Зрители, да. Бывает, говорю что-то, блядь, не заканчиваю, и потом забываю то, что я говорил, блядь, и не знаю, как правильно закончить, завершить, чтобы, блядь, без ошибок. Ну, бывает такое, бывает. Тю, блядь. Зачем я использовал? Я забыл, что гаджет используется возле него. Да, двойное нажатие — это ульта. Надо запоминать. Я, возможно, следующий стрим, если будет по Браулу, сделаю, блядь, ретрансляцию экрана с телефона. И буду уже на телефоне играть, блядь! Сука! Опять подстава. Да что ж такое, блядь? Ох. Блять, нужен второй монитор, чтобы все это за всем следить, блять. Уже, сука, не первый раз говорю, что мне нужен второй монитор, блять, и так не могу его, сука, сделать. У меня он есть, ребят, у меня он есть. С которого я сейчас просто стримлю, он современный, а там, где хочу смотреть, там чат и все. Так, давай тимиться, давай тимиться. Я хочу тимиться, блять. Хорош. 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 Ну, мне не нравится, когда, блядь, я тимлюсь и за мной ходят. Но вот это, блядь, немножко раздражает. Немножко, блядь, раздражает. Как будто он хочет, в конце концов, меня угандошить. Ту-ду-ду-ту-ту-ту-ту. Я, кстати, не знаю, на Тровоу сохраняются трансляции, да? Ну, по факту должны сохраняться. А насколько они сохраняются? Потому что на Твиче они могут сохраняться, да. Могут не сохраняться, а если сохраняются, то на несколько дней, по-моему. Да.
И у меня там уже некоторые стримы удалились. Но если вы хотите посмотреть абсолютно все стримы, которые я снимал за все время, конечно, не в том качестве, которым они были показаны на Твиче или там, я не знаю, как на Трово. Но она все будет чисто первый стрим на Трово, блять, поэтому не судите строго, говорится. Ну, качество картинки лично мне и вообще мне кажется, что на Твиче лучше. На Твиче реально лучше, блять. Что ж такое, блядь? Наверное, следующий стрим сделаю, чтоб это она, блядь, показывалась абсолютно из со всех плат, ну из Твича, из Трова, из Ютуба показывался чат. Он так показывается на экране. Вы можете это увидеть, если вы не увидели или увидели, блядь. Ну, короче, я уверен, что он показывался, да. Но, тем не менее, показывается только на Трово и на Твиче. На Ютуб я не могу подключить, потому что рестрим ограничение для бесплатной версии. Как я уже и говорил ранее. Но есть какая-то программа, ну, которую я лично нашел. Возможно, есть какие-то другие еще способы. Там можно уже бесплатно подключить абсолютно любую платформу. Без ограничений. Оно будет и в чате показываться, и у меня в программе. Я буду так просто удобнее читать чат со всех платформ. Чтобы каждый раз вот это не переключать, а отвлекаться в браузере на трех, блядь, страницах. Так, сейчас дела идут отлично, я вам хочу сказать. 6 усилителей. Хорош, блядь. Погнали дальше. Да, блядь. Мышка. Опять же, сука, когда автоатакой целишься, то надо мышка, блядь, она... Что-то, по-моему, звук громковато был, да? Но я понизил. Блядь, надеюсь, нормально было слышно. Короче... Да что я говорил, блядь? Я уже забыл. С головы вылетело, блядь. Мышка... Блядь, что я говорил только что? А, когда курсором мышки наводишь на цель атакой, то это типа автоатака, блядь. Я, получается, иногда забываю про это, забываю про курсор, блядь. Вот видите, куда я направляю курсор, туда идет моя атака. Это типа и есть автоатака, блядь. А все остальное... Атака это просто я вожу, короче, да, это просто атака. Вот только таким образом можно автоатачить. Эй, блядь. Так, тимся, окей. Видите, как можно тут управлять, блядь, этим джойстиком? Даже незаметно, что ты типа с компа играешь. Вон, всри. Мышкой управляешь в любую сторону. Это, конечно, неудобно, блядь, но... Тем не менее. А когда на ВАСД... То только ровно влево, ровно вправо, ровно вверх, ровно вниз. Так, нашего чувака не атакую. Ну ты ко мне не... Ну, сука, не нравится, когда он ко мне идет, блядь. Раздражает, блядь.
Как, блядь, подстроить собственное управление? Я хочу настроить, чтобы автоатакой можно было, вот как я стреляю обычной атакой, можно автоатакой было бы использовать ульту и гаджет. Вот как, блядь, это настроить? Скажите, блядь. Пожалуйста. Я вас прошу, блядь. Сейчас. Перейду я на канал, посмотрю, что тут. Чё, я... А почему, почему нельзя кликнуть на пользователя и посмотреть... Ладно. Сейчас. Разберусь кое с чем. Ну нельзя, блять. Ладно. Вернемся. Капанью кубков. Тю-тю-тю. Или звук нормально было? Не знаю, блядь. Ладно. Еще немножко увеличу. Так, наверное, сейчас, может, кого-то позову из знакомых поиграть сейчас. Самому как-то скучновато. А, и давай добьем, ладно, до 600-900. Я уже позову. Ай, блядь. Аккуратно. Привет, пиратка. Ну, долгая история, долгая. Если хочешь, расскажу. Расскажу за донат. Просто так не хочу рассказывать. Ёб твою мать, блядь. Что меня Амбер это раздражает? Жми, блядь, так. Почему мне так показываешь, что мне как будто лагает, блядь, трансляция? Странно, блядь.
Так, надо будет сейчас немного пересмотреть, а то что-то мне не нравится, блядь. В основном на картинку я смотрю на Твиче, и там что-то, блядь, как подлагивает как будто. Надо сейчас посмотрю, блядь, в чем проблема. Возможно, я просто качество поставил невысокое, поэтому... Не, неудобно мышкой, вот, когда срочно надо гаджет какой-то врубить или, блядь. Неудобно. Надо поставить кнопку, чтобы отвечала за него. Возможно, она есть, блядь, просто не знаю. Да нет этой кнопки, блядь. По-любому же есть направление. Ну как, сука, настроить, блядь? Ну подскажите, ребят. Ну кто знает, блядь. Пожалуйста. Тимиться хочешь? Окей. Сегодня я добрый, тимлюсь со всеми. Фу, блядь. Тимся. Хорош. О, давай втроем затимимся. Го втроем. Блять. Да ебаный. Иногда залагивает. Залагивает, блять, движение. Я не знаю, за чё. Ай, бля. Блять, думал, что я быстро апну, блять, ну. Что-то как-то медленно, сука. Может, конечно, что? Да, спасибо. Ну, ничего страшного. Да не обидел. Просто так говорю. Да. Тю, блядь. У меня закрылось. Brawl Stars закрылся. Сам по себе вылетел. Да, я позитивный, очень позитивный. Опять? Подожди, опять экран съехал, что ли? Или мне кажется? Подожди, блядь. А что это за края? Он, видишь, внизу он какие-то, блядь, края есть. Раздражают, блядь. Ладно. Немножко внизу какие же. Не, ну вроде все. Стоит ровно экран. Ладно. Погнали дальше. Как я уже и говорил. Ну, еще раз напомню. Сейчас до 16900 дойду и позову кое-кого. Поиграем сейчас вместе. Ну, из знакомых, так сказать. Shoot говорит, и это, скорее всего, заменяет слово shit. Типа, да. Чтоб так грубо не звучало. И такое, смотрите, спрей получил такое. Это испытание было, блять, в столкновении парном. Я... Сейчас скажу точно. 50, по-моему... Сейчас. Я скажу, сколько я потратил гемов. Там бесплатное участие, но, типа, 4 попытки давалось. Или 3. Подожди, блядь. Нет, 4 вроде.
Ну и типа 54 гемов я потратил. 54 гемов я потратил. Несколько раз добавлял все попытки. Но тем не менее получил такой вот эксклюзивный спрей. Да. Я думаю, что его больше нельзя будет получить. Или можно будет, не знаю. Блять, у него есть ульта. Блять. Ладно. Сожалею, что ты слил. Да, три попытки, да. Ну там в каком-то бывает 4 попытки, ну в этом, да, 3 было. Сейчас еще немного. Сейчас я чат открою с телефона, потому что постоянно отвлекаюсь и потом отвечаю немного позже, чем вы написали. Так просто удобнее смотреть. О! Халявная. Хорошо. Так, в принципе, я могу ее победить. Надо просто более-менее аккуратней. Давай. Блять! Пошел нахер. Да пошел нахер. Мои усилители. О, прыгаешь, да? Прыгай дальше, блять. Чмо. Так, ну мне. Я думаю, что я сейчас топ-1. Ну да. А мне ничего не сделает. Ну давай, подходи уже, блядь, заебал. Так, еще если одну сейчас до топ-1 будет 900. Ну, чуть-чуть больше будет сейчас. Надеюсь, успею за этот стрим апнуть 17к, как я и, в принципе, и планировал. Ну, что-то как-то немного туго все идет. Позову этого брата моего.
тоже играет Брау. Тоже неплохой чел, да. Чтобы хоть как-то веселее, да. А мне на ютубе. Немного. А, да. Не все нормально. Опа-на! Так, 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 аккуратно. Живем, живем. Попробую топ-1 тоже сейчас взять. Шейн, да, блядь, надо взять топ-1. Что он говорит? О, Гейл, you silly sausage. О, Гейл, ты глупая сосиска, блядь. Сам себе говорит. Да, я круто играю, да, да. Топ-1, блядь. Ну, да, хорошо играю, да, да, да. Лучше всего играю за Фрэнка, за Тика, за Леона, ну и за Гейла, он тоже нормально. Как видишь. Сейчас он просто от яда. Ай, блядь. Да, не повезло чуваку. Так, все, сейчас позову знакомого одного. Сейчас. Да, у меня есть Леон. А шо? И Ворон есть. Недавно выпал. Ну, сейчас тебе покажу. Но. Могу за нее поиграть, кстати. Да, 204 гема. А было больше. Было там 250. Ну, я же говорю, потратил кучу гемов на вот это испытание с дополнительными попытками. Хочу уже купить следующий Brawl Pass. Этот не хочу, потому что я боюсь, что этот Джанет понерфят. Потому что он довольно сильный, блядь. В принципе, так я его прошел. А в следующем я смотрел Brawl Talk. Мегаджана бода нет? Понятно. В следующем обнове, да, я еще раз говорю, смотрел Brawl Talk. Там какой-то будет... Ну, гейм и получился этого, с Brawl Pass. Там же дается они. За определенное количество уровней. Ну, видишь, 20 гемов. 10. Ну, там 10, 20, 10, 20. Чередуется. Ну, это я копил еще там с предыдущего Brawl Pass, а этот. Ой, блядь, забыл же подождать этого сейчас. Чел уже заходит. Сейчас поиграем. Джанет? Ну да, Джанет нормально, да, да, да. Но я же говорю, боюсь ее понерфят. Потому что довольно сильная. Ну, блядь, ну что это, она взлетает неуязвимая, сколько там, больше 5 секунд.
И в полете еще урон наносит. Ну это, по-моему, вообще имба. Это по-любому должны нерфить. Еще не заходит, блядь, не заходит, что там у чел. Сейчас ему еще раз напишу, блядь. Видимо, не дошло до него. Ой, блядь, сейчас. Хочу уже поскорее просто апнуть, блин. Еще кого-то ждать. А! Через. Он сказал, через пару минут сейчас еще не может пока. Ладно. Поиграй еще пока сам. Давай за Леона. Почему бы и нет? Ну, кроме Джанет, имба, конечно, этот, Эдгар. Тоже его надо, его вообще надо убивать полностью. Ему урон надо. Не знаю, или поменьше от хила сделать от атаки. Ну, или хотя бы урон. ХП, в принципе, у него и так мало. Ну, тоже очень имбовый. Блин, там ящик, хотел бы его забрать, конечно, но... Мне не хватит просто ХП. А может и хватит. Не, ладно, не буду рисковать. Вдруг кто-то подойдет, блядь, и меня потом убьет. Слол ХП. Блядь. Ладно. Как-то его качал кубки, блядь. Потом, когда сезоны прошли, кубки спали, блядь. Ну окей, да, можешь сыграть. Только кинь свой ник. Ну или как там, пригласить в друзья. Ну да, да, Эдгар, конечно. Согласен, да. Самых персон у меня 25-й на Леоне. Трио. Всем напасть. Братуха, привет, привет, братуха. Братуха, тоже я тебе говорю, что можешь кидать. Эдгар один из самых. Ну да, да, да. Не, ну в Шарде я просто играю, что, ну, блядь, ну, мне этот мод просто приятный, запомнился, да. Для всех, как говорится, свой собственный вкус. Пишите свои ники и свои приглашения, чтоб я вас добавил, со всеми поиграю, да. Сейчас немного опущу чат, а то как-то немного криво, да, вот так. Сейчас. Блять, я ж не хотел за Леона. Не люблю просто за Леона играть, ну реально. Ну именно в ШД, я говорю. В одиночку. Там если играть в силовую лигу. Или, блять, как на силовый гонг. Тогда ладно, еще а так, просто так не очень люблю. Люблю качать просто всем, у кого у меня не прокачанный ранг там. Тут Тара где-то, да? Ага, же от Тары был. Блять, да что ж такое? Ну все, я не хочу сейчас за Леона. Нет, просто за него настроение играть даже. Так, в принципе, в
крысу за него играешь, а так что-то... Ёб твою. Опять уведомление. Сейчас. 200 гемов. Я получил из Brawl Pass. Точнее, даже из двух. Просто прошел до конца там. Я говорю, было еще больше. В Дискорде? Ну, вообще... Не. Не сижу там. Когда-то сидел, сейчас даже не закачан у меня. Не знаю, может на... как придумать, блядь. Ну или в чате там. Там же можно в чате общаться. Не знаю. Я же говорю, просто проходишь Brawl Pass и получаешь много гемов. Сколько, блядь? Всего гемов получается, если полностью пройти, будет 90 геймов получается, если за каждое прохождение. Ну плюс еще можно потом будет активировать Brawl Stars Plus. Ну тут, короче, блять. Да. Ладно, давай для разнообразия, может, что-то другое, блядь, сыграю. Тут шаде, блядь. Brawl Ball тоже люблю. Нокаут мне нравится, в принципе, тоже. Классный режим. Ну ё-моё. Конечно, если команда будет плохая попадаться, блядь. Brawl Ball. Не очень, блядь, играть, чтобы набивать чисто кубки. Ладно. Ладно. Не хочу. Понятно, блядь. Тем более, мне ничего не очень удобно, потому что с этого... эмулятора. Может, давай парное столкновение, создание карты. Вот это попробую, блядь. Этот чел до сих пор, блядь, не зашел. Учель. Ограбление какой-то чел хочет со мной. Сейчас, чат. Ну да. Brawl Pass? Ну я хочу купить следующий, когда в следующем сезоне будет. В следующем сезоне хочу брать. Блять! Не успел с чуваком, сука. Отвлекаюсь. Чел ливнул, блять, пока я отвечал. Ладно, я ограбление просто сам не хотел. Ой, блять. Конечно, у меня первой силы, блядь, слабый. Надо сейчас тоже поосторожнее играть. Заморозься, отлично. Давай, блядь, давай. Руш. Чё там, блядь, кривишься? Иди отсюда, блядь. Пошёл, блядь. Блядь, она меня может убить. Ну, хорошо. Сука!
немножко не повернул, блядь. А, хорошо, хорошо, сейчас. Сейчас отправлю. Сейчас после этого матча. Ну, здорово, блядь. Добрый день, приехали, блядь, называется, да. Так, сейчас. Так, сейчас. Кинул. Принимай. Приглос. Только, подожди, это ты написал этот хэштег, а какой у тебя ник? То видишь, у меня тут куча в онлайне. Напиши еще свой ник. Ладно, кого мне взять, блядь? Вот чтоб точно. Я за Гейла хорошо играл, блядь. Давай его прокачаю уже до конечно. До 15 ранга. Так, тебе там пришло приглас? Если чё. Но я сейчас пока еще хочу сам поиграть, окей? Вот это пиздец, вот это пиздец, вот серьезно, вот это вот. Вот это 100% нужно фиксить, блядь. Да. Круто, конечно, блядь. Да что ж такое, блядь? О, все. Кого ж, блядь, взять? Дай ворона вот у меня. Самый он не прокачанный ни в ранге, ни в силе, блядь. Вот с кем я не играл, блядь, знакомыми со всем. Некоторые из них говорили, что ворон имба. Вот вообще полный имба, блядь. А некоторые говорили, что он, типа, слабый, блядь. Я знаю, что его нерфили. Уже очень много раз в разных обновлениях. Да что ж, блядь, такое? Опять, сука, отвлекся, опять меня убили. Ну, конечно. Надо постоянно быть сосредоточенным.
А, хорошо. Я понял. Да. Окей. Понял, чё, блядь. Тут криво работает автоатака. Тут надо курсор где-то не вот прям сбоку держать. Это ближе к центру, блядь. Я из-за этого иногда промахивался и проигрываю, блядь, часто. Да, все равно не могу привыкнуть, блядь. Подстава, блядь. Да что ж такое, блядь? Я не могу ни... Не могу нормально, блядь, получать кубки. Что за ха-ха-хер, блядь? Вот за Фрэнка, вот я считаю, и много кто говорил, что я за Фрэнка прям вообще супер, блядь. Топ-1 за Фрэнка, короче, да. Ну смотри, опять, блядь, вот смотри. Немного поворачиваю мышкой, он все равно атаку держит направо, блядь. Не понимаю, с чем это связано. Окей, давай, тимиться. Ну тимся, блядь! Ты ж хотел тимец. Хорош. Много кто говорит, что Фрэнк слабый, блядь. Я вообще так не считаю. Наоборот, говорю, что, блядь, у него вот этот гаджет, это вообще имба. Вот этот, который хук. Он притягивает сразу в области, ну, типа, сплэшем, ну, то есть всех в области притягивает, блядь. Дополнительно типа урон с атаки, блядь. Я считаю, что это полная имба, блядь. Это один из самых мощных вообще ганджетов. Блядь, меня... Зарядки на телефоне нет. Сел. Сейчас не смогу быстро отвечать. Ладно. Пожалуйста, топ-5, топ, блядь. Сука, минус, да? Ну, конечно. Ладно. Мало ранговых. Так, у меня за Гейла хорошо получалось. Поэтому буду за Гейла. Проще всего как-то за него тут. Задолбался уже. Да ёб твою мать, блядь. Что ж происходит? Ну хоть 3 кубка уже радует, блядь. Минус постоянно был. Ух.
жарко, блядь. Уже подустал немного, блин. Но все равно хочу апнуть. В конце концов, открыть же мега-сундучок. Вдруг что-то выпадет. Хотя мне недавно выпадал этот Лу и Ворон. Так что, не знаю. Ну, возможно, эпик какой-то, блядь. У меня Бонни нету. Этого, блядь. Вот этого ящик с деньгами. Как его зовут, блядь? В общем, вы поняли, да? Автомата с деньгами у меня нет, блядь. Бонни. Ну, забыл, как его зовут. Вот этого чела у меня нет, да. Они там затимили, что ли? Походу, да. Ладно, не буду пока туда идти, но его нахер. Да, гриф. Да, вот тот чел, с которым хотел поиграть. В следующий раз, блять. Ну ладно. Это я завтыкал опять. Опять отвлекся, блять. Аккуратненько. Ну, блять, ну тогда придется самому опать. Хотя, не знаю. Я же говорю, уже немного подзадолбался. Но осталось-то совсем немного, блять. Принимаю, друзья. Люблю принимать, у кого больше всего кубков, поэтому таких мало кого мало, не люблю. Да. Ну, видишь, прошел, блин. На вот эти две попытки, вот это, 54 гейма потратил, блять. Ну да. Почему мышка, блять? Поворачиваю, но не... Она... Вот посмотри, поворачиваю, блядь, оно открывает режим. Это адекватно вообще, блядь? Кстати, клановые, блядь, бои надо поиграть. Прикольные тут скины, блядь, даются. Там был, по-моему, Динамайк. На Динамайка скин был крутой. Ладно. Шаде. Я думаю, что мне в других режимах просто не будет вести, и я так буду еще часов 3, блять, добивать этих несчастных. Сколько там менее стоп кубков у меня осталось. ШД проще всего, блять. Хотя если был бы нокаут, поиграл бы в нокаут еще. И нокаут мне тоже очень нравится этот режим. Ну ладно, все, буду чисто в кустах. Не хочу лезть, что-то, блядь, мало поднимаю. Последние боев 10. Ладно. Пошел ты нахер, Спайк. Какие-то, блядь, подлагивания. А шо ж такое, блядь? Шо ж все происходит? Не поймутся я немного. Да, чел, меня бросили, кинул тот чел, блин, я его ждал. Скотина, блин. Ну ладно. Переставлю наушник, у меня
один наушник из PlayStation. В принципе, мне так просто удобнее, я слышу звуки, которые возле меня, и звуки игры. Немного уже... Блять. Старомейкер. Что, блядь, происходит? Что, блядь, происходит? Объясни, вот что, что, блядь? Почему мне так уже начало вообще не вести, блядь? Просто в минус как будто, блядь, и начинаю просто идти, блядь. С того ни с чего. Отъебись, блядь, отъебись! Дай мне кубки уже до конца добить. Шо ж вы все такие дерзкие, блядь? Все драться идут, блядь. Нет спокойных. Вот почему, блядь, я нажимаю на Е, он хочет использовать сейчас ульту. Вот как обычная атака, блядь. И, сейчас, и получается, сейчас не работает автоатака у меня. Странное, конечно, здесь управление, блядь. Надо будет все подстраивать, все... Под свой лад, как говорится. Что реально неудобно, блядь. Нелогичное просто управление. Блядь. А, на F! Подожди, блядь, я до этого на F нажимал и гаджет не использовался. В смысле, блядь? Не понял. Серьезно, я на F нажимал, он использовал обычную атаку, а сейчас он использует гаджет на F. Я как раз так и хотел настроить. Вообще на F логичнее было поставить ульту, а уже на какой-то другой гаджет. Но тем не менее, почему-то заработало, блядь. Пысы? Чё? Ну есть, да, чё? У меня тут кое-кто... Ах ты пидор, блять. В чате завелся уёбок на Твиче. Как тебя, сука, кикнут, блять. Да раз, блять. Я даже не знаю, какого кикнуть, блять. Ах ты пидор, блять. Сука, я даже не знаю, как тебя забанить, блядь. Пишет всякие гадости. Ладно. Вот реально, единственная платформа, где я хоть как-то все, блядь, знаю, это YouTube. Во всех остальных просто, блядь, не разбираюсь нормально. Сейчас. Все. Забанил его, блядь. Забанил какой-то, блядь, спа. Он видел, сука, он видел, блядь. В смысле, блядь, я же закрыл твои сообщения, пидор, блядь. От гандон, блять. От гандон, он засоряет, блять. От гандон, скотина, блять. Как же тебя полностью кикнуть, блять?
Я хуею, я не понимаю, блядь. Я чат временно закрою от этого гандона, блядь. Да. Чтоб не показывался он, блядь. Вот чмо. А ну как забанить? Как, блядь? Пользователь скрыт сообщение? Скрыто, блядь. Все, забанил, блядь, гадину. Забанил, блядь. А то спамила хуйню всякую. Видишь, блядь. Сейчас уйдет сообщение. Мерзость. Вот ненавижу таких людей. Ну что я ему, блядь, сделал? Ну что, сука? У меня, блядь, и так мало этих зрителей, блядь. А оно еще спамит хуйню всякую. Просто чучело, блядь. Нашел как бани, поэтому. Я спамить разрешаю там. Разрешаю спамить. Ну не такую хуйню, блядь. И не что-то оскорбительное, не что-то такое, блядь. Я ж вас, блядь, не оскорблял ничего, а вы хули меня оскорбляете. Такие, блядь, мелочи. Вроде незначительно, да, но, блядь, ну все равно обидно, блядь, обидно. Что есть такие люди, которые. Я даже на него жалобу кинул, блядь, на Твиче. Пускай посмотрят модераторы Твича, какое оно. Да, гадина, блядь. Я ж причем даже не сразу увидел, блядь. Из-за того, что у меня вот, я просто переключаюсь, у меня один экран, блядь. Не могу сразу все видеть. Оно спамило, спамило, спамило. Never too old to be a bit bold. Надо себе модераторов нанять. Вот для таких вот ситуаций не нужны модераторы, блядь. Даже могу бесплатно модерку дать. Реально, все вот. Даю бесплатно модерку тем, кто вот будет регулярно посещать мои трансляции. Ну или хотя бы там, не знаю, раз в две трансляции, в три трансляции. Ну, все равно, чтобы я вас запомнил, видел, блядь. Как говорится, проверенный чувак. Ну, конечно же, вы не должны меня оскорблять, ничего такое. Просто там позитивно что-то спрашивать, что-то комментировать и так далее. И все, и тогда даю вам модерку просто без проблем, как бы, да. Просто, чтобы я вас неоднократно видел на стримах, тогда так бесплатно даю всем модерку. На любой платформе, которой хотите. На Трово, на Твиче, на Ютубе. Ну, лучше, конечно, на Ютубе, потому что на Ютубе я знаю, на остальных не знаю, как давать. Ладно. Да, окей. Я тебя запомнил, чел. Я тебя запомнил. Так. Больше, надеюсь, никаких тут спам. Так, фух. Думал, блядь, тот чел сейчас перезайдет под каким-то другим аккаунтом. Ну, вроде все. Больше спамеров не наблюдается. Иногда бывает, боты заходят на стриме, тоже херню пишут, там ссылки какие-то вставляют. Ох. Ну ладно, еще вроде немного осталось. Тимся. Давай. Хорош.
Ой, извини, извини, я не хотел. Стой. Я случайно. Прости, я не хотел попасть атакой, ну пожалуйста. Затимся. Ну я ж кручу, блядь, со всей силы, ты, сука, чё ты не хочешь? Я же говорю, случайно, блядь. Что не видишь, блядь, я тебя больше не атакую. Никого не... О, генерал Гавс, здорово. Да иди ты отсюда. Отвали. Один, блядь. Отвали, отвалите все от меня, отвалите. Не хочу ни с кем сражаться, блядь. Вот опять очередная крыса, блядь. Сидела в кустах, поджидала меня. И в прекрасный же момент, в отличный для него, убила, блядь, налетела, гадина. Паршивая, блядь, паршивец, блядь. Тю-тю. Блин, надо скоро уже пойти пожрать мне, блин. Попить воды, тут уже горло пересохло, у меня ничего, просто ничего рядом нет. Все время комментирую, я просто не ожидал, что сегодня прям несколько людей будет смотреть. Обычно там за все время два человека заходит. А сейчас прям наплыв зрителей, да? Может быть, все из-за того, что Brawl Stars? Видели, чел прятался просто тоже как крыса? Лох! Call it лох. Просто не повезло, блядь, ей. Решила ульту, а ну у нее шульта. Этот прыжок обратно делает. Не фартануло ей, конечно. Какая подстава. Я как раз в тот момент использовал таку. Прям хорошо так было, да? Так, ладно, надо более аккуратно. В принципе, можно сейчас до топ-1. Так, я видел двух чел, где-то еще один прячется. А где он, блядь? Понятно, блядь, опять крыса. Очередная, блядь. Тоже Мортис. В прошлое время Мортис меня убил, блядь, и опять Мортис хотел меня убить. Ну, благо, у меня больше усиления, чем у него. Так что этот другалек... Блядь, промахнулся ультой. Давай, сука, давай, блядь. Просто решил заранее сдохнуть. Понятно. Ну, спасибо, что упрощаешь мне жизнь, да. О, блядь, еще целых... Да. Так, чата тут нет. А, тут нормально.
Сейчас. Семь кубков, короче, осталось. Ладно, сейчас добью. Что мне тут в клубе пишут? Ой, блядь. Не, серьезно, вот если бы я с телефона, то, конечно, бы уже давным-давно добил эти несчастные... Сколько мне изначально было, блядь, это 300 кубков, ну... Там 300 или 400 чем-то, короче, у меня было. Я бы их добил, ну, не знаю, ну, за час. Сейчас, блядь, сколько я стримлю уже? Вопрос-то, блядь. Час 48. Почти 2 часа. Ладно, нормально. В принципе, нормально. Немного, ну, потому что я отвлекаюсь постоянно, да, читаю чат. Так просто, знаете, интересней. Эмоций показывать всем, да. Несмотря на то, что даже мало зрителей, то все равно, блядь, интересно. Не так скучно, когда там сам набиваешь или что-то еще. Ну и так даже для памяти чисто потом сохранится стрим, чтоб... Было время, когда я апнул 17 тысяч. Скажу я себе потом через пару лет, блядь. Ну все, я не буду лезть чисто вот так вот по крысе, как многие играют. Сука! Ну, ворон, ну какого хуя? Ну, ворон, блядь. Что с японским каким-то ником, блядь. Ну, ворон, ну почему? Зачем? Ну, зачем ты это сделал? Зачем ты на меня прыгнул? Ну, что я тебе плохого, сука, сделал, блядь? Почему ты просто хотел меня в наглую, блядь, так убить? А? Да. О, кстати, роборубка. У меня, по-моему, квест на роборубку, блядь. Ладно, сегодня все чисто набиваем. Набиваем, все. Набиваем кубочки, блядь. Квесты всякие, испытания, там, фановые чистые игры. Поиграю уже на следующем стриме. Не, серьезно, я поиграл другие режимы, потому что я реально уже прям как пипец как заколебался. В одно и то же, блядь, играть. Херову тучу раз. Ну просто хочу апнуть. Что ж, блядь, происходит? Ну что ж, блядь, происходит? Ты не Ева. Не, такие, которые одиночными атаками, не хочу за них играть, блядь. Ладно, не. Ну ладно, давай Бэйл. Неудобно, блять, у которых одиночные атаки вот так стрелять. С симулятора. Удобно у героев, у которых сплэш. Ну, тебе, кстати, карта обновилась, блядь. Только сейчас понял, блядь.
Блять, промахнулся ультой. Блять, ультой, кстати, сложно попадать, реально. Вот ее ультой сейчас сложно попасть, блять. Давай, убивай меня уже. Я ж ты все равно не выиграю, блядь, чмо. Ой, просто кобзец какой-то, блядь. Time to shoot and loot. Говорю всем, что я в среднем стримлю где-то 1.5-2 часа. Ну, да, не, даже максимум 2 часа. Ну, это 2 с копейками, может быть. Потому что больше, блядь, мне просто... Дела, короче, да. Сейчас я кое-что поправлю, блядь. Всякие провода мне мешают сейчас. Все. Так. Oh, come on, let me show you how it's done. Я заметил, что у меня на Трово трансляция идет в максимум в 720p. Почему так? Кто знает, объясните мне. Возможно, на Трово какой-то битрейт надо ниже ставить. Ну что? Для Твича и Ютуба у меня стоит 8000. Возможно, на Трово какие-то другие там мерки. Я вообще не знаю, реально. Да сука! Что за такое, блядь? Не везет мне, не везет. My fizzle is ready to sizzle. Here comes the big boom. Time to shoot and loot. Old Gale's gonna make it snow. Clear the drop zone. Let's go, go, go. Мне показалось, что 3 зрителя в Ютубе, прикинь, представляете, блядь? 3 зрителя. Ну, сука, ну да, можно я спокойно, спокойно уже наконец-то добью, блядь, пожалуйста. Ну не лезьте ко мне, ну я вас прошу, блядь. Лох, иди сюда. Пошел отсюда. А, вон он, блядь, я его искал. Так сколько мне там осталось? Ну где-то еще игр
Если удачных будет там по 5, по 10. Где-то 5 еще игр, думаю, сыграть. Где-то почти будет уже 17к. Я, наверное, потом после этого стрима, блядь, не захочу Брауль играть, блядь. Не знаю. Вообще не захочу, это, конечно... Это, конечно, неправда, что вообще не захочу, но... Большое время потом все равно не захочу почему-то играть. Ну, просто как бы надоело, да. Отдохну от этой игры, блядь. Тем более, сейчас, блядь, с ПК. Ой, блядь, жесть. Ну, или, по крайней мере, в столкновении вообще не буду играть. Это уж точно. Опять же повторяюсь, если вы хотите какие-то, чтобы я другие игры поиграл. Там, может, на андроиде, блядь. Ну, я же говорю, у меня эмулятор есть. Как я сейчас играю в Brawl Stars, так я могу любую игру на андроиде. Пишите в комментариях в чате. Чтобы вы порекомендовали мне бы сыграть, может, какой-то хоррор. Может, какой-то там на прохождение, шутер, блядь. Все что угодно, головоломку. Куда ты меня там посылаешь, блядь? КМС. Я пока никуда не могу идти, у меня тут, блядь, важная просто миссия, блядь. Уже совсем немного осталось до 17к. Совсем немного до открытия мега ящика. Да, я хочу за Тимис. Стой, я за Тимис хочу. Давай. Да, блядь! Вот пидор. Вот таких вот не люблю, которые типа... Вот, давай, за Тимимся, блядь! Выиграем игру и, сука, потом убивают в наглую. Я сам так когда-то делал, но... Иногда щадю этих людей, блядь. Сколько, блядь? Через 40 кубков, блядь. Жалко, Dota 3. Патриарх Кирилл. Чего, блядь? Путин. Здорово, блядь. Иди отсюда, блядь. Так я не хочу сейчас сдохнуть, блядь. Давай, усиляшка. Хорош. Давай убьем Путина, блядь. Да сука. Убили Путина. Блядь. Ну, в смысле, бравлера игрокам, да. Я про ничего другое не говорю. Ну, тем не менее. Как говорится, кто понял, тот понял, блядь. Да шо ж такое, блядь? Лаги, блядь. Хуй знает, за чё лаги. Не знаю, у меня... Нормально? Ну да, я вижу, что-то подлагивает, да. Ну хз, честно, у меня на OBS показывает, что стабильное подключение. Это из-за того, что, возможно, рестрим идет.
бывает, требует больше нагрузки. Ой, блядь. Фух. Сильный ты, блядь. Так, сколько осталось? А, ну, блядь. Не, я не знаю, за что лагает, честно. Ну да, блядь, я прям сейчас вижу. ХЗ, блядь. Возможно, скорость интернета упала у меня, блядь. Сейчас делаю... Сделают спид-тест. Ну, такое просто бывает. Я не знаю, у меня какая-то херня. То с проводом у меня получается комп подключен на LAN-кабель, на прямое подключение. Бывает, что провод отходит, блядь. Ну, или просто, не знаю, перестает работать ни с того, ни с чего. Причем я уже... У меня несколько было проводов, блядь. То есть это не первый, который. И все они подобным образом то отключаются, то плохо работают. Не знаю, в чем проблема, блядь. Возможно, в провайдере проблема. Хотя раньше такого не было. Ну, или опять же за то, что рестрим идет, блядь. Хотя вроде же, когда начал стримить, не лагал аж вообще. Так, еще где-то плюс-минус 20 кубков, да, блядь? Не, комп. Комп я очень, ну, долгое время собирал. Там. Можно сказать, что по частям. Типа, не то, что собирал, это как это, находил части все, потом в один день собрали мне комп изо всех тех частей, что я хотел. Ну, можно сказать, что, типа, уже готовый полностью был, да. Ну, только это, блин, комп, это, получается... когда только подарили... Так, ну, вообще, мне подарили, можно сказать, что да. Так-то я выбирал, так-то я собирал, да, но... По большей степени мне подарили. На мой заказ, как говорится, да. Это ж мне его привезли, блядь. И мне надо было его самому же тогда подключать. Ну, то есть, типа, мне подарили, да? И все было запечатано. Там и монитор, и комп. Все я подключал, все собирал за где-то пару дней. Да что ж такое, блядь, ну? Пару дней это все мне заняло. Новый мне комп, новый. Что, блядь, а что ж так лагает? Сейчас спид-тест проверю. Возможно, у меня просто интернет глючит, блядь. Бля, чел, откуда ты? Усатый плач. Привет, пенанана. Истрова, привет всем. Сам ты, сука, косой. Я, блядь, играю с симулятора. Сам ты, блядь, косой.
А, если что, заметили, не заметили. У меня это чат только с Твича и Трово. Возможно, можно Твич сейчас, в принципе, убрать, чтобы не показывало. Что-то никто не смотрит на Твич, на Трово и на Ютубе. Смотря какие игры стримишь. Там если какие-то онлайн пользовательские, то и на Твиче бывают много зрителей. Блять, что-то не подумал. Надо, наверное, было сейчас чат с Ютуба включить. Не зведи, чел. Твои сообщения не были видны, блин. Но, тем не менее, все читаю, как видишь. Все читаю. Блять, я забыл сделать скорость интернета. Замерить скорость интернета. Там, возможно, у меня интернет нормальный, а выгрузка, там получается, когда замеряется, есть два параметра. Просто, типа, скорость интернета и выгрузка. Выгрузка, типа, ну, как раз трансляция, там, загрузка чего-то из интернета. Это, типа, выгрузка. И вот выгрузка бывает, что маленькая. Типа, интернет хороший, а то херня. Так, ну чё, 11, 11 усилителей. Здорово, блядь. Здорово. Привет. А шо, как-то изи, блядь. Какие-то все лохи, блядь. Наконец-то, блядь. Впервые за... Сколько, блядь, я уже игры сыграл? Не знаю, блядь. Можно посмотреть. Так, ну еще где-то 3 матча, блядь. Сейчас. Данные боя, блядь. Смотри. 8 место, 10 место, 5, блядь, 3. Штук 10, блядь, даже больше игр я сыграл. Ни разу, блядь, не занял первое место. Чтобы закрепить и удалять фрагмент. Знакомьтесь с клавиатуры. Чего, блядь? Чел решил пропиарить, блядь. Какую-то фирму клавиатуры, блядь. Ну ладно, разрешаю. Бесплатный пиар, блядь. В прямом эфире, да. Здрасте, иди нахуй. Привет, блядь, другалек. Сука, у меня сегодня на Твиче какие-то, блядь, уёбки, блядь. Пошел ты нахуй, блядь. Я тебя забаню, все, иди ты, блядь. На Твиче одни уёбки, блядь. Все, я не буду сейчас на Твич стримить, блядь. У меня на Твиче был один стрим, один зритель, который на меня подписался, блядь, и, там, смотрел, я там PUBG стримил. Вот это нормальный был. А все что-то, блядь, какие-то твари, блядь, сегодня. Отстранить, сделать модератора. Забанить, блядь. Идите вы нахер, блядь. Второй чел на Твиче зашел, блядь, и оскорбляет меня, блядь. Вот что, блядь, я тебе сделал? Нахуй ты меня оскорбляешь, блядь. Гадина, блядь. Сука, на себя, блядь, посмотри тогда себе, блядь, какой ты урод, блядь. Ой, ладно, не будем отвлекаться на мелочи, блядь, жизни. Наша главная цель почти достигнута, блядь. Операция почти завершена. Цель почти достигнута, блядь. Так, чел, сейчас скоро с тобой поиграю. Ты уже там горил в последнюю катку, блядь. Я так со своим другом, блядь, не поиграл, что он, блядь, не смог. Ну, с тобой-то я поиграю, надеюсь. Как ты и говорил. Ой, как хорошо. Блядь, надо выйти. А, хорошо. Блядь, нет, иди нахер. Ну, иди нахер. Сука, так хорошо ж... Так же хорошо ж я собрал, блядь, эти усилители. Ой, блядь.
Угу. Окей, окей. Смотри, последняя катка, блядь, я не знаю. Возможно, мы будем сейчас проиграем там, блядь, или не знаю. Надо мне сейчас первое место занять. Тут как, блядь? Да, первое место, блядь, и... Будет 90, да. Типа, не знаю, как последнюю там. Чтобы у меня было там 1690 кубков или сколько, блядь. Тогда нам надо будет занять исключительно первое место, блядь. Ну, Лян, давай так чисто, чтоб даже если мы... А, ну и смотря какой мод. Напиши, какой ты мод хочешь. Ну я ж затимиться хотел. Давай. Да ёб. Вот гадина, вот сука, не да, блядь. Да, дизлайки ты, блядь, ставишь. Иди нахуй. Вообще-то я хотел первое место занять, а не сливаться опять в очередной раз. Сосредоточусь. Что за хуйня, блядь? Ну что за хуйня? Так, ладно. Возможно, генерал Гавс уже меня просто подзадолбал, поэтому... Ой, блядь. Ворон, давай, не знаю, блядь. Так, сейчас... Ну окей, ну я же говорю, в чате пообщаемся. Ну что страшного. А, у тебя час 24? Прикольно, а где ты живешь? Блять, у меня что, трансляция зависла? Че, блять, у меня трансляция зависла? Бля, чё-то да. Чё-то какие-то жуткие лаги. Так, сейчас, подожди, я проверю, блядь, скорость интернета. Проверю скорость интернета. Сейчас. Башкирия, он прикольно. Блядь, не, да, мне даже он, блядь, в Ютубе пишет. Сейчас проверю скорость. Чё, нормально скорость. Сейчас тогда выгрузку. Ну да, чё-то вообще, блядь, как будто какой-то слайд-шоу, блядь. Чё, блядь, и выгрузка нормально, что за хуйня? Не знаю, блядь, бред. Дальше попробую, блядь, перезайти, я не знаю.
Ой, сука, уже долго, блядь, трансляция. Сейчас. Да, мне самому Бэйси он показывает желтое, оранжевое, блядь, почти что красное соединение. ХЗ. Сейчас может наладиться сейчас. Перезапущу, блядь. Блядь, реально не двигаюсь тупо, блядь. Что за хуйня? Что за хуйня? Иди ты нахуй, блядь. Пена на, блядь. Я думал, ты нормальный чел, блядь. Пожалуй, у тебя тоже за баню, блядь. А спидор, блядь. Норм? Сейчас у меня тут, блядь, спамеры. Кто меня оскорбляет, блядь. Всех баню. Сейчас. Да, вроде картинка уже, да, смотрю нормально. Сейчас перезайду тогда. Блин, чел, я даже не знаю, блядь. Надеюсь, ты еще не пойдешь еще спать, то, блядь. Не знаю, вот сейчас, да, сколько, блядь, мне еще игр придется сейчас сыграть. Немного слился, блядь. Сейчас я перезапускаю, блядь. Сейчас. Так, на Твиче кто-то, блядь. Жжёты, блядь. Не знаю, жужо или я не жужо, блядь, но... Горти, привет, Горти, блядь. Так, идет захват, да. Ой, блядь. Сейчас не то, блядь, двигаю. Вот это. Блять, а чё? Я почему-то не могу её сделать на полный экран, блять. Что за хуйня? Ну ладно, пускай и так будет. Чё, блять, тогда получалось, сейчас что-то не получается. А! Подожди, сейчас. Ой, блять, я не на полный экран сделал. Сейчас. Во. Все. Так, ну в очередной раз, блядь. Я уже сам заебался, честно, пчел, блядь. Я тоже, блядь, спать, можно сказать, что хочу, блядь. Не, по-любому в следующий раз либо, блядь, с телефона буду играть, либо уже такие вот набиваю кубки, блядь. Таких стримов, блядь, будет поменьше. Или вообще, блядь, не будет. То слишком, блядь, долго. Ну или хотя бы хоть с кем-то, блядь, прошаренным играть. С
напарником, так сказать, блять. Наш хотел с напарником, блядь, поиграть, чтобы быстрее, но он не захотел, сука. Не захотел, блядь. Ну да и ладно. Тю, блядь. Да не надо. Давай-давай, розочку. Роза, иди сюда, блядь. Топ-1, блядь. 84. Так, ну давай еще одну игру и поиграю с тобой уже. Да. FPS норм. Че, опять лагает, блядь? Ну, извиняюсь, извиняюсь. Возможно, из-за того, что, блядь, рестрим. Может, в дальнейшем будет больше подписчиков, больше зрителей. Буду проводить исключительно на Ютубе. Не знаю, за чего лагает, блядь. У меня скорость интернета нормальная. Ну, если б лагало, то, блядь, если там проблема была бы с компом, то у меня бы и самого лагало, но у меня все стабильно. И в самом ВС показывают, что нормальное соединение. Я не знаю, в чем, блядь, проблема. Да, 5 кадров в час. Я не знаю, блядь, в чем проблема. Не знаю, чел. Ну все, давай, следующую игру сейчас с тобой играю. То уже, блядь, какие-то... У меня слайд-шоу, а не трансляция, блядь. Слайд-шоу с разговором, блядь. Ладно, не получилось, блядь. Ну, короче, кидай приглос. Да, 92. Все, кидай приглос. Ну да, главное, что есть звук, и главное, что идет трансляция. Это все, это, блядь, это хорошо. Да. Ну, кстати, лучше всего у меня на Трово, блядь, работает. Тут 720p, оно как-то с отрывом идет, блядь. И лучше работает. Ну да, все, давай, я тебя жду, давай. Надеюсь, последнюю каточку, блядь, сыграем. Не, вообще реально, вообще хз, что отстает, блядь. Ну, вначале ж, блядь, и до середины стрима нормально было, блядь. Ну такая хуйня началась вот недавно где-то. Где-то полчаса назад такая хуйня началась. Да. Сейчас, секунду. Как, блядь, писать? Ой, блядь. Здорово. Давай. А, ну ты ж сказал, что ты не будешь во время игры смотреть трансляцию, но... Хочешь захват кристаллов? Парное столкновение, окей.
Давай за ворона. Надеюсь, реально финальная игра, как ты и говорил, блять. Чё, ФК? А, нормально. Ну давай, буду, блять, уже не так играть, как я играл. Чисто в кустах. Пиратка. Ну все, чел, я тебя запомнил. Если будешь регулярно... Ну или хотя бы там, я же, как я его говорил, раз в два, в три стрима быть. Или просто бывать на стримах там. То сделаю тебя модератором. Слово закон, как говорится. Пацан сказал, пацан сделал. Я даже тебя, я запишу тебя, блядь, замет. Блядь, не хочу этот кристалл забирать, боюсь, что меня убьют. Давай хотя бы до топ-2, блядь. Это уже будет прогресс, блядь. Парное столкновение немного сложнее, блядь, чем одиночное. Ну, в плане набивания кубков, но все равно. Ну, я, конечно, могу потом Дискорд установить, но не знаю. Посмотрим. Ну, просто я же говорю, особо не пользуюсь им, никогда не пользовался, блядь. Не интересовался. Ты немного... А, ты там почти убил, блядь. Так, ну ты... Если что, ты не суди строго, я просто аккуратно стараюсь играть. Это мой такой стиль игры. Аккуратность превыше всего, как говорится. Ну и за ворона просто не очень. Блять. Ну сука, даже до 2 не дошли. Жалко. Ну давай еще одну. Или ты только одну? Больше не хочешь? Или давай... Так, еще 5 кубков. Да, в чате напишу, если... Не знаю, смотришь, посмотришь, не смотришь, блядь. Ну, похуй. Сейчас напишу в чате. Сейчас. Как написать, блядь? А. Сейчас закрыл случайно. Сейчас, блядь. Сейчас. Ну ладно, давай еще раз завон. Ну все, давай, до топ-2, блядь, это уже будет победа. Это уже будет победа. Чё плачешь? Ну да, неудача, согласен, блядь. Я тоже, блядь, расстроен. Если ты потом посмотришь, надеюсь, ты на меня подписался. Ну, Лизи. Подпишись, ПЖ, блядь. Хочу... У меня 300... Ну, было сегодня 319 подписчиков. Хочу дойти до 300... Ту, блядь. Хочу дойти до 400. А вообще, моя мечта это 1000 подписчиков. Да, сегодня долгий стрим, потому что много народу собралось. За исключением, да. Когда будет много зрителей, буду стримить. В зависимости от настроения, блять. И прочей разной штуки. Блять, что-то мы... Ладно, я не буду его собирать. Сука, да что? Три команды, ладно. Блять. Да что ж такое? А может другой мод какой-то? Сейчас напишу в чате. Пробел. А, можно с клавиатуры.
Не, два кубка еще надо. Ну да, тогда я тоже другого. Давай, загеялось у него у меня. Хорошо получалось. Так, стрим уже идет, блять, 2 часа. Да. Это даже... Сколько, блять? 2,5 часа, блять. 2,5. Да, мне на ютубе, блядь, на твиче какой-то реально слайд-шоу. Она трово, блядь, просто отстает. Трансляция дико, блядь, причем. Даже, я думал, что на 5 минут, но нет. Даже, может быть, почти 10, блядь. Не знаю, может, ком, блядь, перегрелся. Хуй знает, блядь. Ребят, извиняюсь, блядь. Просто комментарий, блядь. Просто звук, который вы слышите, я комментирую, блядь, да? Давай, давай, отлично. Блядь. Ну давай, давай, топ-1, давай, чтобы красиво было, блядь. Блядь, мне не получится, наверное, заснять. Сука, я не подумал. Сейчас же лагает, блядь, не получится заснять открытие, блядь, мегаящик. Вот, блядь. Ну тогда еще раз, наверное, запущу Brawl Stars. Не знаю, может, захват экрана сделать, блядь. Чтобы меньше требовательно... Да как, блядь? Ну ладно, второе место, это уже хорошо. Да давай, еще шансы есть, блядь. Еще шансы есть. Еще шансы, блядь, есть. Хорош, блядь! Отличная концовочка. Просто шикарно, блядь. Ой. Я случайно вынял. Наушник, блядь, вынял. Сейчас. Сейчас. Так. А шо? Как же мне вам, блядь, записать? Сейчас, блядь. Придется сейчас еще раз. Шо? Тебе тоже спасибо, неплохо играешь. Блять, как мне записать сейчас открытие мега ящика? Вот как, сука? Если лагает стрим, блять. Спасибо тебе, спасибо, пиратка. Пишет, что будет регулярно заходить. Все, сейчас я тебя даже отмечу, чел. Я тебя отмечу. Как пишется твой ник, блять, вот так? Надеюсь, я правильно написал, да? Блять. Стой. Нет, не так, стой. Сейчас, извиняюсь. Не так написал, блять.
Так, ну ты ливнул. Пират.к. Пират. Да. Сейчас, ну мне придется опять закрывать BlueStacks, потому что лагает, блять. Сейчас, может, FPS вернется обратно. Беда, конечно, с FPS-ом. Что-то сегодня, блядь. Под конец стрима, блядь. Просто лажа какая-то. Я хотел открыть только что мега ящик. Чтоб все увидели, блядь. Да, всегда пожалуйста. Всегда, пожалуйста. Так, сейчас, когда я буду видеть... Блядь, опять красный, сука. Да что ж такое, блядь? Что ж сегодня со соединением? Наверное, не получится сделать открытие мегаящика. Не получится, блядь. Вот пиздец. Как жалко. Блять, как мне записать сейчас открытие мега? А тупо вот картинка встала, блять. Что на Твиче, что на Ютубе, и все. И на этом конец, блять. Несмотря на то, что я сцену, блять, переключил, нихуя. Ой, блять. Отличное просто окончание стрима, блять. Просто вот такое, блять. Заебатая, да. Я не знаю, что делать. Давай, может, запишу видео, блядь.